Не лезь мне в душу ты, не лізь мені в душу ти, не лізь мені в душу. Ви чуєте, Анна Трінчер гарно співає, без автотюну. Представляєш? Аню, привіт! Боже, я замітив в тебе такі длинні нігті. Як тобі з ними зручно? Во-первых, вони титуловані. У мене найдлінні ногті українського шоу-бізнесу. Діточка моя, лапочка. Що це в тебе таке на ручках? Неудобно чистить картошку, о, не чищу, убирать не убираю. Короче, максимально не для домогосподинки. Знаешь, самый популярный вопрос, который мне задают после того, как увидят мои длинные острые ногти, как ты подтираешь попу? И... О, ну и я. Ну, вроде как бы не травмируюсь. Ну, останнім часом дуже так відверто одягаєшся. І от таке запитання, як реагують твої батьки на те, що дівчинка, я извиняюсь, созріла? Це я сьогодні дуже навіть, ну, закрита, тому що у мене звичайно цей сценічний костюм йде без юбки, тобто у мене чисто боді. Я подумала, блін, я що, зря не їм сладке, зря не їм мучне, зря худію цілими днями. Чому б миру не побачити мій результат? Я хожу в спортзал, я стараюсь. От кому цю всю прелість хранити? Що мама каже? У меня была фотосессия недавно, где у меня был тоже достаточно откровенный образ, такой боди с открытыми ягодицами и колготками в сетку. И, в общем, дедушка, так случилось, что дедушка присутствовал на этой фотосессии, так как он перевозил реквизит, помогал мне. И, в общем, я выхожу, забываю о том, что дедушка сидит в зале, просто с голой попой, это факт. И он такой... Спрятался. Але я знаю, що ти ще хочеш збільшити груди. Чому? І коли це, ти це зробиш? Хочу, сделаю это, скорее всего, зимой. Вот просто нужен период, когда у меня не будет концертов, гастролей, съемок и мероприятий, когда я смогу полностью вот пройти эту реабилитацию. Я уже потихоньку готовлю себя и всех своих, и своих родственников, родителей к этому. Хочу, потому что это моя, вот знаешь, вот такая мечта. Подивіться на цю статуру, на ці розкішні груди. Я не можу дивитися на твої очі, Наталі. Скільки в тебе було серйозних відносин? У меня было... Это третье серьезное отношение, которое вот за 19 лет у меня были. Первые длились 2 года, а вторые были очень грустными и длились 3 месяца. И слава богу, я пытаюсь все забыть побыстрее. А вот и третье вот длятся уже... Розумієш, твій нинішній супутник попав в таку не дуже гарну ситуацію. Він не подарував дівчинці телефон. Ну, він його подарував на камеру, а потім він його забрав. Як, ну, для мене це дуже дико. Смотри, мы говорим про музыку сегодня. У нас сегодня музыкальное шоу. У нас сегодня огромное количество талантливых людей выходит на сцену и говорит, и поет. А ты, у меня уже несколько вопросов подряд. Зіпсувати твою репутацію. Подожди секунду, ты же несколько вопросов подряд спрашиваешь про мои отношения, когда у меня будет следующий мужчина. Мне кажется, во-первых, это не очень корректно с твоей стороны. Во-вторых, это не очень экологично. Я думаю, что ты сможешь найти правильные вопросы, которые задать мне. И в следующем интервью мы встретимся и обязательно с тобой поговорим на любые темы. Спасибо.